И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все просили, чтобы мы взяли арену и поубегали от аниматроников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, не зависать не надо. Так, они уже ближе. Вот это я наставил, прощай. Ха-ха-ха, я живой. Все, больше ставить не буду, я думаю, достаточно будет их. Он уже, мол, ладно, пусть стреляет. Все равно умрет. Ой-ой-ой, еще чуть-чуть я бы умер. Но я держусь до последнего. Так, а куда-то за кем-то они гонятся постоянно, и все. И мне кажется, надо, пацаны, еще добавить. Что-то очень слабо. Так, по всей карте они рассосались. Но никого не убивает особо. Хорошо, давайте добавим еще по... Ах! Это было очень больно. А, здесь можно по кругу. Давайте, пацаны, вы же... Ой-ой-ой-ой-ой! Чё ж ты ко мне привёл-то? Ай-яй-яй! Так, хорошо, это была волна не очень сильная. Надеюсь. Давайте возьмем. Во! А не, головы будет, наверное, очень жестко. Спринтрапы! Все писали в комментах, чтобы я спринтрапа поставил. Держите. Я прям в челики поставил. Я не специально, я не хотел. Ого. Они будут побыстрее, чем все остальные аниматроники, которые я ставил. Эй, ты меня запутаешь, я сейчас умру. Так, пацаны, прыгай. А, он еще живой. Дарт Вейдер, я за тебя болею. Хорошо. Я живой. Надо, наверное, просто спауны поставить мне в разных точках, и будет все бомба. Вы что застряете? Вы что застряли тут? Ладно, мне спринтрапы не нравятся. Они хорошие, но не до конца. Не все паки могут бегать по всем картам. О, а давайте... Плюш трапа. Я не знаю, сколько штук могу поставить, но поставлю побольше. Давайте в тупик себя загнать и наставить их миллион штук. Во, пацаны! Я думаю, достаточно будет. Там такая орава их просто. Удалим чуть-чуть. Может, давайте, пацаны, оружку возьмем, дробаши постреляем или спекалей. Только мощное оружие не брать. Хорошо, сейчас мы возьмем мощнецкое. Во, мне этот пекаль очень нравится. А ну иди сюда. Сопляки, идите сюда все. А, они так легко умирают. А что так просто? А где-то еще шипят. Вот-вот-вот они, вот они. Отлично. Пацаны, крышим их. Зачистка идет. А, у меня патроны кончились. Отвали, сынок. Чуть не покусал меня за ноги. Побежал, куда он бежит? Я тут. Так, пацаны, где-то... Вот еще есть. Они тут ждали нас. Мы дошли до следующего левела. Где будут более жестче. А, это мы people паки можем брать. Хорошо. Давайте тогда возьмем. А давайте с этого пака. Вот я не помню, вот этот быстро очень бегает кошак, да? Или нет? Чё, а что не бегает, не мочит вас? А вот этот вот. Нет. Может этот? Во! Ха-ха-ха. Все, пацаны, начинается веселье. Я ставлю очень много штук. Надеюсь, выживет сильнейший. Ну, если не выживет, то не выживет. Прям целую горьбу ставлю. Ой-ой-ой. Пацаны. Ай-яй-яй, это очень опасное оружие. Вот это жесть, сколько их на 100. Больше не буду, потому что может Гаррис Мод у меня вылететь. Так, давайте их ведем сюда. Они по всей карте просто бегают. Толпа просто. А если они увидят, потеряют меня с виду? Нет, они меня видят все равно всегда. Эй, блин. Ты привел их ко мне. Стоит, не видит. Давайте здесь пробежим. Эй, увидел. Они очень медленно как-то бегают. А!
Боже, какой звук стрёмно они издают. Так, бегают, бегают. Давайте сюда. Давайте оружие какое-то возьмем. Мне это очень нравится, пекаль. Я хоть сниму его? А, он не за мной. Они за тем пацаном бегут. А! Блин, я ж вроде никого за спиной не было. Прикольная арена. Прятки здесь не запишешь, но догонялки то, что надо. Никто не считерит, все по-честному. Пацаны, берем оружку, мочим их. Уго, их сколько. Ай-яй-яй, за мной бегут. Помогите. Помогите. Да отвали ты от меня. Все, отвалил. Нет. А-ха-ха-ха, блин. С двух сторон. Сейчас мы оружку заранее выберем. О, я разозлился. Пацаны, я мочу их. Отойдите все. Бум. Еще? Бум. Я буду отбиваться до последнего. А, я стрельнул и умер. А так законно? Все, они прибежали на нашу точку спауна. Теперь будут нас мочить. Не возрождайтесь, они уйдут. И мы потом возродимся. Пусть уходят. Так. Беги сразу. Я лечу. Я улетел. Я на другую часть карты лечу. Я буду здесь. Так, где моя монетка? А ну иди сюда, сопляк вонючий. Эти кошки классно бегают. Ай-яй-яй. Чумной доктор. На. Обстоятельства, пацаны. Так. Вон еще их сколько. Четенько снял вообще. Открываем охоту. Так. Давайте сюда. Я их очень много ставил. Еще должны быть. Ого, их тут. Целый туннель зачистил. Ах ты жопа. Кровавая. Так, надо что-то нам в конце будет какую-то жесткую штуку придумать. Есть у меня еще пару аниматроников, которые я поставлю сейчас одновременно. Отвали! Отвали! Я с монеткой. Вот это дым от нее. Прикрою! Прикрою! Ай, блин, убил, извини. Очень широкий луч. Еще не всех убили, что ли? Давайте уже добьем всех. Эй! Ах ты! Замочили. Давайте, они это не сможете стрелять. А хотелось, а. О, черное очко. На! Не засасывает. На! Есть, убила. И меня. Не, живой. Да сколько их тут еще понаплаждалось? Отвалите от меня. Мочите их, пацаны. Ай, сзади еще. Нифига себе их. Бум. А, постоял, посмотрел и убил меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, пацаны, сейчас будет очень жесткая волна. Вы готовы? Так, сейчас. Я хотел и тех поставить манекенов, но они очень простые будут для моих пацанов. Нам надо что-нибудь... О! Конечно же, это марионетка будет. Ладно, стойте. Чтобы они не видели, где я их ставлю. Ай-яй-яй, какие они быстрые! Они на этой карте просто психички. Ой-ой-ой-ой-ой, я что-то такое жестко сделал. Так, и давайте еще пару баллон боев чисто поржать. Ого! Сейчас попробую возродиться и как-то улететь. Не получается. Вот это жесть. И как нам выжить? Удаляю. Сильно много поставил. Воу, вот это правильно ты сделал.
чё я сразу бомбу не взорвал? Значит, кто-то из нас живой остался, красавчик. И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!